последнее сообщение с коммерческого борта Настрома. Говорит лейтенант Эллен Рипли. Все остальные члены экипажа — Кейн, Ламберт, Паркер, Брэд, Эш и капитан Даллас — погибли. Корабль и груз уничтожен. Мой челнок должен достичь границы обитаемых миров через 6 недель. Если повезет, меня обнаружат. Это Рипли. Больше никто не выжил. Конец связи. Я Сэмюэлс из Вейланд-Ютани. Я к вам по делу. Мы напали на след вашей матери. Торговый корабль Анисидора обнаружил бортовой самописец. Похоже, что он с Настрома. Где? В системе Дзеты созвездие Серга. И что на нем? Мы не знаем. Самописец доставили на станцию Севастополь. Он является собственностью компании, так что мы намерены забрать его как можно скорее. Это постоянно действующий космопорт. И еще Севастополь — это база снабжения. Да знаю я. Транспорт есть. Через 2 дня туда отправляется курьерский корабль «Торренс». На нем мы и доберемся. Мы? Я и моя коллега. И вы, например. Послушайте. Когда я получил это задание, я заглянул в материалы дела. Я знаю, что вы продолжаете работать в секторе, где она пропала. Вы ведь ее ищете, правда? Я получил разрешение взять вас с собой на Торренс, если захотите. Может, вам станет легче на душе? Да, мы проснулись наконец-то. Учимся ходить после сна. Так, что тут у нас? Что тут? Что это? Что мы куда воткнули? О, добро пожаловать. Спасибо. Петушки. Книжки. Так. Я проснулся. Что мне делать? Ё-моё. Ну, красиво, титова мать. Классно. Так, что у нас здесь? Что у нас там? Там скафандры. А я голый. Так, где моя кабинка? Так, где я, что? Ух ты. Это же прототип Вали. Это что тут пикает такое? О, сохранялка. Интересная сохранялочка. Давай сохранимся. Так, а там что у нас? О, я кабинку нашел. Так, отлично. Сортир.
Осторожно, скользко. Я после сна. Нельзя сходить. Есть душ. О, душ, классно, душ. Помоемся после сна. Опля. А двери-то почему не закрылись? Или у нас вот это? Всем пофиг. Так, мокро, идем. Ладно, пошли одеваться. Отлично, отлично, надели что-то на себе. Кроссовки, комбез одели, отлично. Цель достигнута, одеться. Ладно. Так, а там что, еще одна дверь была? Нет, тоже кабинки были. Хорошо, идем. Так, у нас задача забрать черный ящик с корабля матери. Так, это шлюз какой-то. И куда мне? Сюда? Ё-моё, все зажигается, все включается. Ящички как в самолете прям. Сюда, туда, куда, куда? Ну, давай сюда зайдем. О! Девушка. Доброе утро, Тейлор. Знаете, Рипли, я сомневаюсь, что это утро. И оно определенно недоброе. Извините. Мне паршиво. Не знаю, как вы все выносите этот анабиоз в каждый полет. Ну, привыкаешь. Знаете, все-таки большинству юристов не приходится путешествовать дальше офисной кофемашины. Я удивлена, что в компании решили отправить вас с нами. Потеря Настрома с грузом стоила компании больших денег. Нам важно понять, что произошло. Если я укажу в отчете точную причину его исчезновения, начальство будет в восторге. Простите, как я бестактна. У вас же мама пропала на этом корабле 15 лет назад, и вы... Ничего. Надеюсь, мы с вами обе найдем, что ищем. А вы Сэмюэльса не видели? Он наверняка уже давно на ногах. Пойду поищу. Замечательно. Замечательно. Ну, ладно, пусть отпивается. Так, а это на что? Войти, терминал. А, что-то не понял. Как? Угу. Как проматывать? А, так. Ой, как проматывается медленно. Ладно. Ой, не туда, извиняюсь. Так, что мы еще имеем? Так, ладно. Посмотрим, что здесь. Ладно. Записки. Ух ты. Ух ты. Мы в будущем. Но в будущем нас ожидает. Какой музон классный. Мы до сих пор слушаем аудиокассеты. Вот это классно. Прикиньте, в 80-х годах мы уже в космосе были. Но слушали бы все на бобинах. Так, так, оттуда. Ладно, здесь. Блин. Все включается, все такое красивое, все такое силиконовое. Какие-то кранчики, вентили. А. Пивко. А я то, что туда хочу. Там говорят, пивко дают, раз банки валяются. Блин. Ладно. Что у нас тут есть еще? О! Мужик. Встали пораньше, Сэмюэльс? Ну, сон мне не столь необходим. Успел немного осмотреться на Торренсе. Прекрасный корабль. Сдается мне, модель очень похожа на... Настрома. Да, класс М. Конечно, более поздний вариант. Я работала на таких кораблях, инженером. Знаю. Тейлор очнулась. Она человек неопытный, а анабиоз может даться ей нелегко. Уже встала. Волнуется. Это я упустил. Но она опытный специалист. Поможет нам разобраться со всеми юридическими тонкостями. Так. Это я сделал. Экипаж явится на мостик. Подходим к Севастополю. Вот и добрались. Как быстро долетели. Очень быстро. А что у нас тут все дымится? Криозот, что ли, какой-то? Ой, криозот, говорю. Ай, ладно. Разбираться с этим еще.
Не для этого я сюда прилетел. Или прилетела. Лампочки, лампочки. Ой, извиняюсь. Я хочу к главному процессору корабля. Ну давай. Надеюсь, вы отдохнули в пути. Замечу, вы содержите Торренс в образцовом порядке. Ко мне он попал разваленный. На ремонт ушло несколько лет и много денег. Зато теперь все окупилось. Вы сказали, мы подходим к Севастополю. Сейчас будет стыковка. Вам ведь там нужен начальник службы безопасности. Сейчас я с ним свяжусь и запрошу стыковку. Да, хорошо. Давайте. Не волнуйтесь, мисс Тейлор. Вы ненадолго туда и обратно. Коннор, что у нас там? Курс на Севастополь взят. Мы готовы к стыковке. У нас еще один здороваться. Здесь. Канал открыт, капитан. Инструктаж у всех при себе. Блин, можете посмотреть классно. На станцию с мониторов. Вообще. А куда смотреть? Куда смотреть? Что делать? Забрать текст брифинга. Так, ладно, я пал здесь и не пройду. О, нашел. Можно взглянуть? Включи мониторы. Станция Севастополь. А это что? Что-то случилось. Ну-ка, приблизь 74-й. Похоже, шлюз вышел из строя. Мы не сможем причалить. Коммерческий борт Торренс, регистрационный номер KKM7760. Вызывает диспетчерскую Севастополя. У нас на борту группа из трех человек от компании Вейланд Ютани. Они прибыли за бортовым самописным корабля «Настрома». Запрашиваем разрешение на немедленный трансфер группы. Прием. Начальник службы безопасности. У нас тут чрезвычайная ситуация. Мы никого не знаем. Повторите. Алло, сэр. Сэр, это Торренс. Повторите, вас не слышно. Меня Торренс не слышит. Как слышите, прием. Меня не слышит. Торренс, как слышите, прием. Похоже, со связью там полная беда. Но у Сэмюэльса в скафандре будет радиопередатчик. Торренс сможет ждать вас здесь не дольше суток, но это все, Макс. Мы вернемся гораздо раньше, капитан. Удачи вам. Приготовиться. Такое, боюсь, не входит в мои обязанности. Вариантов у нас нет. Не бойтесь, просто делайте все, что я скажу. Господи! Тейлор, делайте как я. Сэмюэлс, вы тоже. Конечно. Что тут случилось? У них что тут? Война, что ли? Тейлор, вы молодец. Сэмюэлс, что случилось? Не тронуть землю! Тейлор, Рипли, держитесь! Меня!
общем, по итогу мы попали по полной программе. Так. Так, что? Куда? Сюда. Куда? Почувствуй себя на космическом корабле. Точнее, станции уже. О, сейвик. Какая-то у нас рука худая. Так, и что нам, куда теперь? Что происходит? Станция разваливается. Бежать отсюда не надо. О, я здесь был уже. Бежим отсюда. Где черный ящик? Где черный ящик? Ищем черный ящик. Так, куда нам? Куда нам? Куда? Идите, блин. Что такое? О, а это что? Не понял. Ну, залезем. Лампочки. Надо же, будущее до сих пор простые лампочки используем. Не светодиодных тебе. Что там такое? Провода, провода. О, еще один маячок. Вылазим. О, классно. Ну, вставай, пошли. Че мы подгрузим, что ли, чего не понял? Вставай, давай. О, это вот. Бутылочка, терминал. Папка повреждена. Общее описание. Так. Это тоже повреждено. Ну ладно, выходим. Что у нас тут? Что у нас тут? Тут пусто. Здесь она что такое? Что здесь? Что такое? Ничего нет, дверь заперта. Ой, ёбарасоте. Зачем я сюда иду? Зачем? Я плохо. О, японский городовой. Вот это меня передёрнуло в падение. На кой мы сюда залезли, да? Ё-моё. Зараза. Какая ты зараза, блин. Здесь, блин, рубаху поломал, блин. Штаны поломал. Нафиг я сюда весь залез. Это чё у нас? Вытащим багажа, что ли? Ну, полезли. Кто-то даже сюда с баллончиком проникает, стены расписывает. Болезнь 20 века. Что это у нас? О, можно опустить. А что мы опустим? Ясно. Залазим. Так, можно туда залезть. Здесь, говорят, можно упасть. А там, ну, сходим, посмотрим, что тут есть. Мы бегать умеем теперь. Для чего я сюда пришел-то? Боже ты мой. Все как-то запутано, все как-то грязно. Вот тебе и космические станции в будущем. Народу только дай, стены пустые. И он все распишет под себя. Так, что здесь? Говорят, хлам есть. Хлам. Возьмем хлам. Коробки. Хорошая музыка. О, кантри играет какой-то. Тан-тан-тан-тан. Вау. Эй, есть тут кто? Вау, нехило себе так. Ничего себе. Макетик. Красава. Ё-моё, во всю величину макет. Так, ладно, что мы имеем? Так, оттуда мы пришли, здесь ничего. Так, здесь заперто, наверное. Здесь тоже ничего не работает. Бежим наверх смотреть.
Карта обновлена. А, о, обновить карту. Ну, давай обновим карту. И сразу же так темно стало. Так, давай сохранимся. Отлично, сохранились. Так. Это нам недоступно, а что тут? Господи, да используйте уже. Ох ты, мне что-то тут заводит столкача. Что случилось? О, мы электричество подали. Сейчас, ладно, мы сходим. Это что за звуки? Что за звуки? Так, войди в терминал. Давай войдем в терминал. Посмотрим, что тут есть. Так. Ага, во. Код 0340. Ладно, смотрим, что здесь. Угу. Аудио. Слушать. Гаррис, Тарнер, это Уэйтс. Возвращайтесь. Мы обнаружили причину в инженерном секторе. Космопорт надо изолировать и обесточить. Не забудьте про отчеты, чтобы проиграться в некоторых. Боже, что это? Что это? Кто это? Куда? Непременно спросим. Конец связи. Куда побежал? Ну-ка обратно, ну-ка. Люди. О, здесь дверь заработала. Ой, не, потом туда. Надо сначала посмотреть, куда люди убежали. А люди, блин, они убежали, заперлись. Блин. Вот садисты. Не могли объяснить, что происходит. Ну, ладно. Вести код. О. Что там было? 0340. А как? О. О, отлично. Так, и что мы имеем? Клей. Ух ты. А, аптечка. Так. Так, что тут надо использовать далее? Перемещайте курсор. А чего-то я не взял. Чего я не взял? Вещество. Вещества у меня нету, чтобы взять аптечку, сделать аптечку. Ну и ладно. Без аптечки обойдемте, возьмем бухло. Будем репу нажирать. Так, там пусто, там пусто. Идем наверх. Так, что-то смотрим. Как же у них тут грязно, а? Вообще не пойму, как жить-то? Оуч. Оуч. Страшно. Ой-ой-ой, страшно поползать. Что происходит? Как у вас тут пыльно? Дайте мне мой чёрт. Что тут случилось? Что тут случилось? А там что такое? Нужен ионный резак. Ёпарс. Я бы его найти еще. Ионный резак-то. Так, ну ладно, бежим, 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 бежим. Ух ты, твою мать. Торренс. Как же это все епически красиво. Связаться с Торренсом. Кто шторы опускает? Твою ж мать! Так, это что у нас такое? Бинокль. Бинокль мне не нужен. Здесь тупик. Здесь у нас что? Здесь пусто. Происходит-то непонятно. О, что-то нашел.
Ну-ка, давай, заводи, 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 давай. О, ну-ка, что? Вау, мы что-то... Это что такое? Что такое? Что за звуки? Кто здесь? Из кафешка, что ли? Крышка шахты вентиляции. Ладно. Надо сохраниться будет. Здесь у нас что? Пароли какие-нибудь есть? Где лежит ее на резак? Блин. Ничего нет. Так, смотрим, смотрим. Так. Бухло. Вещество Б. О, я могу аптечку создать. Так, аптечка, это есть, вот это ставим. Так, это стоит, и чё? А чё надо сделать теперь? А, вот. Есть, 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 а чего нету? Ну, есть же всё. А. Ничего не понимаю. Ну ладно, господи, потом сделаем. Так, еще раз сохранить можно. Ой, ой, никого нету. Так, ладно. Ладно, что у нас здесь? Диктофон. Бобинный. Диктофон бобинный. После многочисленных требований рассказать правду о том, что происходит на Севастополе, начальник службы безопасности Уэйтс наконец объявил собрание. Но ничего конкретного мы так и не узнали. Он снова начал уклоняться от прямых ответов. И разъяренная толпа стала швырять в него все, что под руку подвернулось. Кто-то открыл стрельбу, началась паника, и служба безопасности силой выставила людей из терминала. Ну ладно, ладно. Так, идем сюда. Так, куда? Так, точно не сюда. Куда же мы попадем? Попадем-то мы куда теперь? Это что такое? Опять эта станция разваливается. Ё-моё, а. Открыть крышку. Чё, куда мы попали? О, чё-то я не понял. Куда-то мы попали. Тут все на куски разваливается. А что это за... Что это, что это, что это? Вот это что такое? Используйте. Ух ты, какая штука интересная. Хлам. Хлам. Хлам я люблю. Идем. Что же все скрипит-то? Что ж так страшно-то? Все время ждешь какого-то подвоха. Сейчас тут точно какая-нибудь братья выскочит из-за угла с криками. Так, ничего вкусного нету. Ты невкусный? Нет, невкусный. О-о-о. Надеюсь, меня не увидели. Хотя, я же людей ищу. Блин, да они тут пиво жрут. Сволочи. Вау. Вау-вау. Что за этой барной стойкой? Куда теперь? А какая у меня задача-то? Задача. Выйти на сеть Торренс. А вторая?
Так. Здесь могу выйти? Нет, отсюда вряд ли. Сюда зайти не могу. Ух ты. Ух ты. Так, так, так. И что здесь? Какие-то звуки нехорошие. Опять подать энергию. Ну давай, заводись тоже. Блин, ну эпически красиво. Вот это проработали игруху. Вот так. Что мы тут имеем? Ничего. Еще замки на дверях необходимые. Тихо, тихо. Это что такое? Блин, куда идти-то? О, там чувак сдох. Блин, опять резак нужен. Куда? Куда податься-то? Еще резак нужен. А куда идти-то тут? Ё-моё. Что я проскочил? Тут какие двери? Интересное, что-нибудь. Ничего нету. Я так и не понял, куда я попал, зачем я сюда попал. Чтобы электричество включить. О, бля, что это? А это что такое? Ё-моё. Ну как, тебе репли мягко ходить? Так, 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 так. Здесь тупик. Блин, не в как. О. Я отключил последний источник. Наверняка впереди выход. Хорошо. Приходи, когда закончишь. Не осталось починить затвор, и можно валить отсюда. Давно пора. Надоело спать на скамейках. Шорохи всякие мерещатся. Собственной тени боюсь. Короче, возвращайся скорее. А здесь что мы имеем? Они тут комиксы вообще читают и пиво жрали. И спали. Что за фигня? Удерживайте, чтобы спрятаться. Ну вообще. Не ожидал такой пройти. О, сейфка. Отлично. Ой, это кто такие? Что это? Куда я опять зашел? Там кому-то нехорошо было, что ли? Кровь, 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 кровь. А... Здесь пусто. Для чего я сюда зашел? Скандера вода бежит. Так. Аккуратно, скользко. Блин, никуда пройти нельзя. Так. Блин. Ну куда же будешь заходить? Будешь же цепляться за эти края. Джойстики. Ничего. Поживиться нечем. О, улетало есть. Так. О, что такое? Ой, блин, обосраться можно. Черт. Что там, что там? Гаечный ключ здесь, ё-моё. Ну-ка, пошли. Давай.
цыкнутый. Ползешь вот так током, как шарахнет дугой. Ой, бля. Как же все запущено. Это тащили или кто-то просто упал отсюда? Я хочу подать жалобу. Жалобу этому. Главному. Короче, самому большому начальнику. Меня звать Зак Уотсон. Уотсон! Понятно? Жалоба, короче, такая. Я жалуюсь на службу безопасности. А это, наверное, ее... Они должны нас защищать. Я его был. Это их работа. Вот так, короче, делать. Пробралась какая-то хрень. Хрень. Ни одна собака не знает, кто это. Никто ничего не знает. Двери закрыли. Спрятались и сидят. Мне страшно. Это кобздец, как мне страшно, люди. Ё-моё. Мужик, ключи дай. Дай ключ. Слушай. Мне это нужно больше, чем тебе. Ты ж всего лишь замерз. Чё, кровище-то с тебя столько. Как тебя нереально выгнало. Так, ну, брать затвор. Сбили замок. Я ноги себе не отшиб. Ну ладно, теперь у нас есть ключик. Пошли все подряд открывать. Что у нас здесь? Пойдем поищем. Посмотрим, чем поживиться можно. Ну давай, 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 открывай. Отлично, отлично. Давай, скидывай. Блин, судя по звуку, вешает дофига. Так, ну что тут? Клей. Замечательно. Есть клей. Я буду нюхать клей. Имею допрашиваемого Хайст. Вещество. Хайст? Слышь, друг, если ты даже имени своего назвать не можешь, мы тут надолго... Ура! Меня интересует твой капитан. Я птичку создал. Вся ваша команда из-за него крепко влипла, и он за это ответит. Уж я прослежу, чтобы ответил по полной. Нет? Будем в молчанку играть? Тернер, выключи запись. Может, человек стесняется? Что за звуки, а? Что здесь так все плохо? Это Тернер. Опять пришлось выгонять этого пьяного бродягу. Подонок чуть дверь не разворотил своим ломом. Он, наверное, думает, что здесь можно отсидеться. У нас и так забот по горло. Не хватало еще с алкашами нянчиться. Короче, посадил я его в камеру. Пусть проспится. Так, где-то там еще какие-то двери были заперты. Так, сюда мы зайти не сможем? Нет, не сможем. Здесь ничего потаскать нельзя? Нет, нельзя. Ладно, побежали. Побежали-ка мы сюда. Здесь тоже, по-моему, замочки какие-то были. Угу. Угу. Что-то я ничего не вижу. Ага. Говорят же, замочек есть какой-то. Ой, ой, ой. Что-то не то сделал я. Отлично, отлично, заходим. И что мы тут имеем? Так, что имеем? Так, хлам, вещество какое-то. Опять хлам. Комиксы. Реклама. Так, все, здесь больше нечего взять. Тут все заперто, везде явный резак нужно. Так и будем бегать. Ладно, наверное, сюда еще вернемся когда-нибудь. Так, куда, сюда,
Уходим. Блин, насколько все-таки прорисован корабль, станция. И все подряд прорисовано. Но вот эти трупаки в таком количестве. Что-то подозрительно как-то, однако. Ты там что, писишь? Руки вверх! Ладно, ладно. Я Рипли. И откуда ты, Рипли? С корабля. А что? Кораблей тут нет. Теперь есть. Ну, я рад слышать, потому что тут дело дрянь. Вот прямо только что какая-то хрень взорвалась. Видела. Дамочка, только это еще фигня. Да? Да. Тут кто-то завелся. Тебе такого и не снилось. И кто же? Убийца! Ясно? Ясно. Как? Как тебя зовут? Аксель. Мы шли через открытый космос. Втроем. Ты должен помочь мне найти своих. Их отнесло взрывом. Чё? Ну, ты хорошо тут все знаешь. В смысле? Мне-то что за радость? Возьмем на корабль. А вдруг ты врешь? Сначала мне нужна связь. Надо связаться с кораблем. Сегодня твой счастливый день. Пошли, сестренка. Связь будет в технобашне. Отсюда далеко, но мы попробуем добраться до транзитной линии через грузовой терминал. Только осторожно. В грузовом можно найти проблем себе на задницу. Ну, пошли. А, ну пошли. Давай, пошли, пошли. Будем пошли, как никогда в жизни. Давай, я не намерен тут долго торчать. Да, блин, как они... Домкрат тягает. А, так это ты за мной шел? Ну, я держался подальше, чтобы не рисковать. По сторонам глазеешь? Чего? Держись Чего? Рядом. Что? Что-то есть? А ну, есть. Все, отлично. Тихо. Мы не хотим проблем. А там что? Я Том, а это Джерри. Нечего тратить время на этих ублюдков. Пошли, Дженна. Нам надо в центр связи. Поможете найти? Пройди там, может, ничего не мешает. Нечего с ними разговаривать. Давай, с ноги. Я починил лифт. Идем, Дженна. Подождите нас. Простите. И удачи вам. Ну, пройти же можно было. Блин. Как это все понимать? Почему ты такой агрессивный? Народец тут перепуган. Каждый сам за себя. Так оно надежней. Надежнее, блин. А почему я опять бегать не могу? Вот этот писк, это что значит? Где-то сейфка рядом. А, вон сейфка, точно. Надеюсь, про корабль ты не соврала. Да не соврала. Ладно. Так, отлично, отлично. Погоди, так, здесь запомнились. Сейчас открою. Ну, давай. Дай-ка я. Тут надо умельче. Лаской. Три раза в одну кнопку тыкнуть. Ладно, хорошо. Так, это теперь моя очередь, ну, да, тыкнуть три раза ждешь? В кнопку? Жми на кнопку. Нажал. Следующая остановка – грузовой терминал. Давай-ка потише. Мало ли на кого нарвемся. Давай-ка ты объяснишь, что происходит. Прямо сейчас. Слушай, душа. Ой. Давай... А давай-ка ты вот отойдешь. Твой корабль. Нальем по маленькой и будем трепаться сколько захочешь. Вот именно, в мой корабль. Я хочу знать, в чем тут у вас дело. Прямо сейчас. Ладно, объясняю. У нас тут убийца. Убийца?
Какой еще убийца? Я его не видел, но он есть. Убирает людей одного за другим. Да что за убийца-то? Маньяк? Нет, кое-кто похуже. Монстр. Так, какие двери наши? О. Чего взять? Взять шприц, отлично. То, что давно какой-нибудь инструмент можно было надыгать, оборонительный. Черт, валим! Куда, куда валить? Надо выход искать, а мы тут фигней страдаем. Че такое? Нет никакого выхода, а тут хотя бы тихое местечко. Надолго ли оно тихое? А если сюда придут? Придут, будем стрелять. Заткнись и не беси меня. Это что такое было? Это что? Этим ребятам лучше не показываться. Иди за мной. Слава богу, я вас нашел. Ну, пошли, пошли. Ну, ну что такое? Мой приятель видел тварь. Так что не можно удерживать главное сразу. Ты что, их знаешь? Да встречались пару раз. Чужаков они не любят. Даже таких компанейских, как я. Да неужели? Я тебя не держу, подруга. Хочешь с ними познакомиться? Иди, рискни здоровьем. Пушки им не для красоты. Надо же что-то делать. Надо. Да и пошли, тут сейчас током долбанет. Ну и весь народ как с цепи сорвался. Сама понимаешь, что страх с человеком делает. Да уж поняла. Ты что, здесь живешь? Уж извини, у прислуги выходной. Бери все, что может пригодиться. Кто знает, будет ли другой шанс. Ну пойдем, пойдем возьму чего-нибудь. Я тут уже неделю сижу и жду, не подвернется ли корабль. Вот а ты и подвернулась. Батарейка, а это что? Тут местами темень, хоть глаз выколи. Так что возьми фонарик. Какой? И батареек взять не забудь. А, это фонарик. Батарейки я уже взял. Ничего себе. Фонарик. И микрофон. Только не включай, где попало. А то нас заметят. Пошли. Держите, чтобы перезарядить фонарик, держите. А чтобы его включить, все ясно, просто. Так, клей очередной. Приемник. Сюда. Ух ты, а шприца я не видел. Да погодьте сюда, дай мне сохраниться. Так, отлично. Ну все, пошли. Теперь идем. И что теперь? Я посторожу. Тут где-то есть еще одна шахта. Я ее отметил, чтобы не потерять. Давай, осмотрись. Эта шахта — единственный выход. Найди ее. Взять жетон. Взял жетон. Вот чего-чего? А во все времена? Аксель, это она? Погоди, я сейчас. Бухло будет на первом месте. Что она где-то здесь. Видишь? Я же говорил. Идем. Блин. Все искрит, все. Ломается. Ну, полезли. Лучше тут не задерживаться. Хорошо, не будем задерживаться, полезли. У вас тут все ползают по вентиляции? Только те, кто хотят жить, детка. Как говоришь, корабль-то называется? Да я вроде и не говорил. Тихо, там
точно. Надо идти к остальным, у них там проблемы. У них там вечные проблемы. Пошли, лучше его не злить. Ничего, наверняка помощь уже близко. Иди за мной! Иду. Блин, я перепугался, думал, ему ноги отрезал. Подожди, а есть тут что интересного? Похомячить есть где? Я не понял, мы только что отсюда... Разве нет? Так, теперь тихо. Да подожди, ты куда ты лезешь? Да я сохранюсь. Так, ладно. Тихо ты! Да господи, я не шумлю. Что ты меня затыкаешь? Ничего, прорвемся. Стой! А что за проблема? Похоже, тут кто-то чужой шарился. Всем глядеть в оба. Увидите кого не из своих, сразу палите. Ясно. Стерегите, я запасы проверю. Их много, и у них пушки. Не завалим. Завалим? Ну надо же как-то прорваться. Прорваться к выходу. Как? Устроим диверсию. Тогда они будут проверять, что мы делаем. Класс. Кто последние запасы проверял? Ну я. А что? Ничего к рукам не прилипло? Не понял. Ты чего несешь? Эй! Что с тобой? Генератор сдох. Что? Сам взял и сдох? Там кто-то есть. Посмотрим. Все за мной. Я не намерен. Вроде не сломан. А ты это как понял, Эйнштейн? Ну, если бы он сгорел, то дымился бы. Но вот почему-то не пашет. Может, предохранитель сработал? Или крыса залезла и нажала на аварийное отключение? Крыса? Ни хреновая должна быть крыса. Ну, не знаю я. Молодец, Рипли. Сюда. Куда? Тише. Они еще рядом. Со мной. Так, блин, уже сыкотно. Мужики с пушками бегают. На всякий случай сохраниться. Далеко еще? Почти пришли. Скоро транзитная линия. А ты где? Надеюсь, твой корабль не улетел. Блин. Что не такого ты ждала от Севастополя? Меня тут вообще быть не должно. Рабочая виза неделю назад закончилась. Ясно, ничего интересного. Так, ну пошли. Пошли, уходим. Ходу. Ну что такое? Ну что вас вечно не в подходящий момент поболтать приспичивает? Так, дверь-то закрыта. Дверь обесточена. Эти уроды нас заперли. Ясно. Чтобы открыть дверь, надо одновременно нажать на две кнопки. Да я нажму здесь, а ты иди ко второму пульту. Ладно. Давай. Готово? На счет три. Раз, два, три. О, чел, у тебя сзади. Что? Сзади. Побежали спасать его. Попался! Все сюда! Поймали ворюгу! Думаешь, можешь переть все, что... Вот ты ж... Меня же еще ключом мог ударить. Черт! Пошли! Сейчас остальные явятся! Надо валить! Живо! Ах вы сволочи! Ох ты ж... Там уже стекло, наверное. Бежим! Стреляйте! Он, походу, мертвый! Они его убили! Давай! Что такое? Что происходит? Ты же его убил! А иначе он убил бы меня! Тут или ты, или тебя! Ты понимаешь?
Что такое? Там кто-то есть. Аксель? Это что такое? Ух ты ж. Его сила неведомое нечто. Господи, что это за такое, тварь? Блин, дёра отсюда. Куда бежать-то? Ага, надо добраться уходить до транзитной линии. Что это? Вызвать транзит, отлично. Вызвали. О, блин, что делать-то? Что делать-то? Куда? Блин. Ёпарасоте. Тихо. Давайте куда-нибудь заныкаться. Дайте я заныкаюсь куда-нибудь. Откройте дверь, кто-нибудь, что-нибудь. Блин, я здесь сяду и буду бояться. Дёра. Как туман. Давай. Ну что там? Закрой решётку быстро. Закрой. Так. О, да. Ну, слава богу. Ох. Ну, это капец. Все, едем. Так, надо где-нибудь сохраниться. Срочно надо сохраниться. Выход к центру связи Sixon Telecom, службе техподдержки. О, вижу, и лабораториям Gemini Exoplanet Solutions. Система транзита станции Севастополь работает в обычном режиме. Ладно, я потом, можно, поразбираюсь. Надо сначала сохраниться. Ничего себе, сохранял, помню.